Всем привет, друзья! Сегодня с Даньком будем готовить ультра-белково-углеводный коктейль. То есть там будет дофигища калорий, белков, углеводов. Просто, блин, я не знаю, мы на двоих будем готовить. Я не знаю, попробуем это выпить. Там, наверное, около 2000-3000 получится. Короче, вот сейчас вы можете посмотреть наши подсчеты. Я думаю, вам интересно будет. 275 калорий. 16 граммов белка, 24 углевода. Только в молоке получается, Стебани. Протеина 2, о, нифига себе, 24,2 грамма много протеина. Офигеть, можно. 24,2. Раз. Два. Твою мать. Два. 110 грамм примерно. Я, короче, считать точно не буду. Говоря, это не похоже на что-то съедобное. 110 грамм. Хорошо заходит. Нифига себе! 620 калорий. Это уже 900 калорий, братан. На двоих по 450. А у нас еще вон сколько всего, смотрите. Ченьки, да? Ченьки все будем выкидывать? Ну давай, что? Жестко, блин. Ну или половина. Это люто будет, слушай. 70 калорий на одну печеньку. Ты серьезно? Я тебе говорю. На 100 грамм 494 калории. А я-то думаю, что так мало? Короче, на всю пачку получается 700 калорий. Я думаю, братан, один творог надо положить. Да, давай один. Потому что два это просто пиздец. Мы умрем, мы это не выпьем тупо. И белка 18 граммов, это 36 граммов. Блин, пиздец. И овсянка у нас еще, ребята. У нас еще овсянка есть. Уф, грязный какой-то. Надо нам хотя бы, чтобы 100 грамм было, чтобы ровно отсчитать. 330 калорий. Углеводов 66,1. Даже больше. Не знаю, сейчас посчитаем. 275. 330 равно 2105 калорий. Это самый мощнейший коктейль. Блин, да, 2105 калорий. 91,2 грамма белка. 219 углей, блин. Это половина дневной, короче, нормы. Друзья, мы забыли еще про бананы. У нас два банана будет. Это получается 260 граммов, а у нас в 100 граммах бананов 95 калорий. Ну и финальное с бананами получается 2375 калорий, 98 белка и 270 граммов углеводов. Блин, это просто для одного это невозможно, но мы на двоих готовим. Так, ребят, засыпаем, значит, арахисовую пасту первым делом. Так. Засыпаем овсянку. Все печенье закинем, потому что тут калорий тоже дофига и углеводов. Два бананчика у нас. Там тоже достаточно много углеводов, пацаны. Да, творог тоже очень белковая тема. Нет, слушай, сейчас, мне кажется, молока больше придется, потому что тупо, как бы, густая смесь получится. Да. Как думаешь? Больше молока или нет? Или давайте взобьем, короче, посмотрим, что получится. Мне кажется, это очень густо, как думаешь? Это очень густо, чувак. Надо, наверное. Нужно еще стаканчик с половинкой. Надо еще побольше молока. То есть у нас получится еще больше калорий углеводов, но там не будем считать. У белков тоже. Вот так, наверное, да? Ну что, друзья, сейчас мы проверим, кто больше стаканчиков выпьет. У нас вот такие стаканчики. Блин, это будет жестко, Данёк. Это будет жестко. Тут столько калорий, это офигеть можно. Это да. Это, пацаны, по факту, это... Ну, в принципе, сейчас нормально, да? Сейчас более-менее, да. У нас получилась вот такая байда, вот посюда прям. Это очень много, на самом деле, учитывая... учитывая то, что она очень густая. Да. И мы наливаем стакахи. Сейчас проверим, сколько мы сможем выпить за раз. Да, по полному стаканчику наливаем. Пацаны, мы кидаем вам этот вызов, попробуйте, на самом деле, это очень сложно, я думаю. Вот так вот у нас получилось, держи. Попробуем, что по вкусу, давай. Густовато, да? Очень. Пацаны, она вообще очень густая. Знаешь, на что похоже? На горячий шоколад, он тоже такой тянущийся. Братан, я наелся. Сейчас по домам ем. Да не, сейчас
реально молока добавим, потому что реально очень-очень густая. Полная. Мне приходится даже жевать немного. Вот такая же тема. Блин, почти вся пачка молока ушла, офигеть можно. Сейчас получше должно быть. Но, блин, мы уже гораздо больше калорий. Сколько у нас примерно получилось литров? Литров? Да. Но вот в этой штуке 2500 литра. Я думаю, где-то 2 литра получилось. Это, пацаны, было только, так скажем, разогрев. Но мы выпили уже сколько получается? Наверное, около литра? Ну, примерно, да. По 2 кружки, в кружках, наверное, 250. Не, погодь. 250 плюс 250. 500. Да, литр выпили, ровно литр. У меня прям реально... Пацаны, я правда ел перед тем, как мы пошли снимать. Я тоже ел. Но все равно. Че, погнали? Это очень жестко. Да, кто быстрее? Я не знаю, я не смогу, я проблююсь. Да давай, что-то. Да. Уже полез. Да он очень, он очень... Не разлить. Он очень калорийный, это просто бесед. Погнали, давай. Все, походу отказ, да? Нифига себе, выглотал 3 кружки. Как думаешь, четвертую осилишь? Я хазо, у меня уже пивной пузан появился. Да я тебе говорю, у меня от 2 уже все. Пацаны, что мы можем сказать? Это очень жестко. Это жестко, это очень много калорий. Вам нужно по-любому это попробовать. Ингредиенты мы уже сказали в начале видео. Это на каждого человека получается по 1300 калорий. Приколись, 1300 за раз. Это много. То есть мы это получили не из бургеров, да, которые очень калорийные. Там один бургер сожрешь, уже 600 калорий. А мы это получили из всех таких ингредиентов, в принципе, которые, ну, как сказать, полезные, да, кроме печенья. Это очень жестко, пацаны. Блин, обратно лезется, да? Давай, погнал. Я не могу. Ради подписчика. Пацаны, давайте набираем 5000 лайков под видео. Артур сейчас выпивает. Блин, это жесть. У меня 3, но это просто уже... Я чувствую, как блевануть хочется. Тебе нет? Да нет, нормально. Арахис немножко такой вязкий сам по себе. Сама вот паста арахисовая, она очень вязкая, типа. Короче, ты выпил ровно литр, а я выпил 750. Это много, это слушай, жопа, это много. Я просто потом до дома не дойду. Почти кружка, слышишь? Чё? Почти кружка. Там кружки нет. Почти кружка доцедилась, пацаны. Смотрите, почти целое. Если Данёк сейчас... У меня уже просто вот... Если Данёк сейчас выпьет 5-ю кружку, это просто будет люто. Это литр, ну, литр 200 где-то получится. Честно сказать, за раз, пацаны, я никогда столько не выпивал кружек. Это очень много. У меня максимум 2 было. Это учитывая... Блин, сколько, получается, ты калорий выпил? Ты уже 1300 калорий выпил. Если ты вот это еще выпьешь, на это получится... 1550, блин. Я попробовать могу. Не! Тут еще ингредиенты есть, типа. Там ингредиенты еще есть, можешь оформить. У нас тут челлендж. Сейчас Данек, если выпивает 5-ю кружку, вы должны давайте, лайк поставить. Давайте, набираем 5000 лайков, пацаны. Если он блеванет, тоже должны 2 лайка прям поставить. С 2 прямо аккаунтов. Прямо на Артура. Уходит. 5 кружек! 5 засадил! Пацаны, короче, я вам так скажу. Даже очень сложно выпить обычную воду 5 кружек. Ну, то есть, как бы... Что-то меня затошнило немного. Да? 5 кружек обычной воды, это уже как бы напиваешься. А тут 1500 с фигом... Ну, 1600 калорий на одного человека получилось. Это пиздец. Это очень много. Это считай, как 3 больших бургера сожрать. Это пиздец. Тебе не тошнит? Да нет. У меня немножко просится наружу. Данёк выпил 5 кружек, я 3. Это жестко, пацаны. Я 3. Столько кружек зарастил. Я тоже много не пил, я 2-3 максимум. Вот. Блин, у меня отрыжка идет. Короче, спасибо, друзья, за внимание. Ставьте лайк обязательно этому видосу, потому что Данёк 5 кружек высадил для вас. И увидимся в следующем выпуске. Подписывайтесь пока. На нас. Пока.